Всем привет, вы на канале Vita Play и распаковка. Это бокс, это 4 что-то. Так, вот тут. Так, что тут написано? Мармеладки с подарком. Всем привет. А4. Так, и тут брелки показаны. Бокс А4. Как его открыть, непонятно. Конечно. Муся, ты что там делаешь? Муся сходит с ума, все ясненько. Так, открываем. Ой. Надеюсь, это так надо. Мармеладки. Смотрите. Значок А4. Так, вам как... Значок А4. Можно вот так вот прикрепить и идти. Офигеть, эта штучка. Так, что тут еще? Это что? Тоже какая-то штучка. Наклейки! Вот это бумага. Вот это бумага. А бумага это деньги. Написано, бумага это деньги. Вот так. Слушай, сюда. Так, мармеладки. Давайте распакуем и посчитаем, сколько тут мармеладок. О, птицы с неба прилетели. Это хорошо, это хорошо. Открываем. Порежем с другой стороны, пофиг. Так. О, открывайся. Не понял. Что закрыто? Не понял. Вообще прикола, не понял. О! Открыли. Так, надо, чтобы было вот так. Так, мармеладки. Раз. Такая вот зелененькая. Два, такая вот оранжевенькая. Три красненькая вот такая. Так. Четыре зеленая. Пять оранжевая. Тут их всего 5. Маловато. Я сладкое обожаю, поэтому мне больше надо. Вот можно вот так прикрепить и идти. О, 4. Интересно. Я знаю, вам видно тут, наверное, 4 и А. На самом деле тут А4. Вот А4. Как-то наоборот сделать. Короче, вот так прикрепил и пошел. Так. Наклейка. Бумага. Это деньги. Тут написано, бумага, это деньги, да, вас наоборот. А4. Так, ладно, всем спасибо за просмотр, всем. Ой, я снимаю. Пока-пока.